Как у нас в городе обстоят дела с трудоустройством молодежи и агитацией здорового образа жизни, согласно подпрограммы 2018-2022 года? В День российской науки мэр Магадана Юрий Гришан встретился со студентами Северо-Восточного государственного университета. Градоначальник ответил на их вопросы. Жилье для молодых семей, открытие медицинского вуза и трудоустройство выпускников высших и средних учебных заведений. Такие темы подняли студенты СВГУ. По мнению экспертов, актуален вопрос трудоустройства и подъемных выплат. Кроме того, Юрий Гришан отметил, что важно информировать студентов о том, что происходит в жизни города. Отвечая на вопросы, понимаю, что я где-то не дорабатываю в плане информирования студентов о жизни города, о его планах, перспективах и так далее. Поэтому я и дал поручение нашему управлению по связям с общественностью отработать какой-то формат, чтобы мы хотя бы, не обязательно мэр, у нас есть руководители структурных подразделений, которые бы рассказывали студентам о тех планах, о тех перспективах и решали их вопросы вплоть до трудоустройства каждого. Я сказал, если вы не найдете работу, обращайтесь ко мне, я за руку вас приведу на рабочее место, и тогда успокоюсь, что вы себя реализовали здесь. Также обсудили цели и задачи современной науки и пути решения некоторых проблем. Студентам такая форма диалога понравилась. По их словам, молодежь напрямую может обратиться к мэру с тем или иным вопросом, и градоначальник поможет. Особенно это актуально для людей, которые занимаются наукой. Вот, это очень, очень здорово, что даже в период ковида можем провести такое мероприятие. Вот. Я занимаюсь исследованием курительных трубок, то есть и завоза табака на территорию Магаданской области, ну и в целом Дальнего Востока. Также в День российской науки мэр Магадана наградил благодарностями и подарками за успехи в научно-исследовательской деятельности студентов филологического факультета, политехнического института, института цифровых технологий и института социальных технологий.